В обычные дни в Центре комплексного социального обслуживания населения на улице Талсинская пожилые граждане и люди с инвалидностью отдыхают от домашних дел под присмотром медперсонала. В период пандемии занятия приостановлены. За это время по просьбе директора центра был выполнен ремонт фасада и наружных стен здания, построенного еще в 1935 году. Результат работы осмотрела председатель Щелковского совета депутатов Елена Мокринская. Галина Юрьевна – это прекрасный руководитель этого центра. Вот, она обратилась в Совет депутатов и непосредственно ко мне, как председателю Совета депутатов, за помощью, чтобы покрасили фасад здания. Это стало нашим проектом непосредственно. И мы нашли людей и возможность сделать фасад здания. Перед тем, как взяться за валики, рабочие сняли старый слой лакокрасочного покрытия. Новый от этого прослужит дольше. По просьбе сотрудников корпус выкрасили в цвет, ставший за 30 лет привычным для посетителей. Надо еще отремонтировать цоколь здания и несколько входных групп, потому что здесь несколько входов, ступени надо отремонтировать. Я считаю это правильным, а также еще поучаствовать в озеленении территории. Учреждение действительно многопрофильное. Здесь, кроме отделения дневного пребывания, базируется отделение срочного социального обслуживания и социальной реабилитации, ведут прием психологи. В пандемию их услуги востребованы как никогда. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.